В этом году наш район может смело гордиться своими спортивными достижениями. Так, футбольный клуб «Гагра» завоевал все титулы в чемпионате республики и розыгрышах Кубка Абхазии. 14 ноября в Доме культуры города Гагра чествовали команду-победительницу. С поздравительной речью к игрокам и тренерам футбольного клуба «Гагра» обратились глава администрации Гагрского района Григорий Еник и председатель комитета по делам молодежи и спорту администрации района Джамал Ангваб. Они отметили, что за всю историю существования гагрской футбольной команды она никогда еще не удостаивалась всех титулов сразу. Конечно же, это благодаря долгой кропотливой работе тренерского штаба, слаженная игра и большое желание одержать победу самих футболистов. Григорий Еник пожелал футбольному клубу дальнейших громких побед. Затем всем собравшимся был представлен сюжет, рассказывающий историю создания команды. Футбольный клуб «Гагра» сравнительно молодой. Был основан в 2006 году на базе футбольного клуба «Динамо». В разное время футбольный клуб становился и чемпионом Республики Абхазия, и обладателем Кубка или Суперкубка Абхазии. А этот сезон для гагрских футболистов стал самым успешным. Незадолго до завершения чемпионата футбольный клуб «Гагра» стал обладателем Суперкубка и Кубка Абхазии. После, в предпоследнем матче чемпионата Республики Абхазия, футбольный клуб «Гагра», обыграв Сухумский «Нарт» со счетом 2-1, досрочно стал чемпионом Абхазии. Согласно решению Федерации футбола Республики Абхазия, защитник, капитан команды футбольного клуба «Гагра» Астамур Цыжба признан лучшим игроком сезона. На чествовании футболистов был организован и праздничный концерт, где выступили местные музыкальные и танцевальные коллективы. Мы со своей стороны желаем футбольному клубу «Гагра» и впредь радовать болельщиков новыми яркими победами.